В Восточном Казахстане стартовал марафон здоровых привычек. Мероприятие проходит в рамках программы «Денсаулык жолы» и направлен на сохранение здоровья путем соблюдения простых правил и улучшения качества жизни. Убрать солонку с солью со стола, выпивать до 2 литров воды в день, проходить ежедневно 10 тысяч шагов. Именно таковы правила марафона, которые сегодня перенимают отдыхающие в детском лагере. Мальчишки и девчонки с радостью приняли участие в викторине по правильному питанию, а также пустились в массовый танец зумба от фитнес-инструктора. Известные спортсмены региона на личном примере рассказали ребятам, почему они занимаются спортом и раскрыли все тайны армрестлинга. Показали различные техники борьбы, исполнение техник, нарушения и правила меры безопасности при борьбе. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия. Занимайтесь спортом. Видите здоровый образ жизни. В рамках марафона детям рассказали и показали, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. Мероприятие мне очень понравилось, потому что нам рассказывали о здоровом образе жизни, о том, что нужно пить больше воды, употреблять в пищу овощи, о том, что нужно очень много ходить, заниматься спортом. Мне очень понравилось то, что нам проводили мастер-классы по первой помощи и по армрестлингу. Было очень интересно. Вместе с детьми в марафоне приняли участие представители молодежного крыла «Жасутан», которые призвали подрастающее поколение отказаться от газированных напитков и фастфуда. Мы данную инициативу поддержали, потому что одно из направлений, которое говорит наш Елбасы, это о здоровом теле, здоровый дух. Да? Инициативные проекты партии поддерживаются только совместными трудами, совместными усилиями и совместной работой. Тем более формирование здорового образа жизни среди молодежи, подростков – это определенный шаг на пути к будущему, в котором мы должны формировать, естественно, здоровые привычки. Отметим, что марафон был запущен в Астане. Регионы страны не остались в стороне и приняли эстафету здоровых привычек. Наш областной центр формирования здорового образа жизни уделяет большое внимание профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Мы самым различным слоям населения, начиная от детских садов, школы, вузы, среднеспециальные учебные заведения, предприятия, рассказываем людям о том, что каждый человек ответственен за свое здоровье. Самые активные участники марафона получили грамоты и памятные призы.